Фишер, ты здесь? Это Джемми. Слушай, у меня есть план, как нам выбраться отсюда. Если, конечно, ты хочешь сбежать, потому что тоннель, который ты прокопал за последние полгода, пустая затея. Я слушаю. Молодец. Так вот, я собираюсь устроить здесь маленькую заварушку. Пока я буду занят здесь, ты сделаешь то же самое в блоке А. Где? Знаешь, центральный блок, где стоит башня наблюдения. Открой двери камер, и тут начнется веселье. Резерс и МакКаллерс сделают то же самое в блоках С и Д, так что, если ты меня подведешь, тебя будет кому найти и наказать. Понял. Еще б ты не понял. Теперь бери эту штуку и отправляйся. Пора пошуметь. Как ты сюда попал? Погоди, я знаю тебя! Хорошо, значит, тебе известно, что будет, если ты не скажешь. Он вон там! А код? А? 1403, такой же, как и на двери внизу. Я знаю, ребята не ласково встретили тебя, но это не выход. Отдай мне нож.
Дробовик с несмертельными зарядами. Хорошо. Парень, если тебе некуда пойти, я знаю людей, которым ты можешь пригодиться. Каждый русский вертолет, вы в запретной зоне. Да тут настоящая война началась. Как же нам выбраться? Погоди, Джемми, у меня идея. Вертолет? Да ну я эту стену, давай.